Мы можем так начать говорить, да? Mm-hmm. Вот. Что нам, значит, зрение, значит, нам искажает действительную сущность цвета, там, слух искажает действительную сущность звука и так далее. В общем, а вообще, на самом деле, кругом матрица. Ну, понимаете, ну, как говорится, в качестве неких интеллектуальных игрищ подобным заниматься можно. С практической точки зрения это абсолютно бессмысленно.